Всем привет. Вот у меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом. И я всегда благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города. Так я увидел всю практически Россию за эти годы. Много стран мира, где, может быть, никогда бы и не побывал, если бы не была возможность выступить перед моими любимыми зрителями. И я благодарен зрителям и благодарен Богу за то, что у меня есть такая вот возможность, что когда-то мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься, и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово. Вот я приезжаю в какой-нибудь новый город, новое место. Вот я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение. Ну, конечно, так, наверное, это все не передается, потому что, ну, скажете, море и море. Но какой-то воздух особенный, температура воды какая-то такая классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. Ну, классно, здорово. И еще ты знаешь, что скоро концерт. Это классно. И я стараюсь, вот когда приезжаю, обязательно по видеосвязи с детьми, с Аллой, я им рассказываю о том месте, куда я приехал, и какие-то фотки пересылаю, потому что им тоже очень это интересно. И с вами с удовольствием бы делился, дорогие подписчики, чаще, но не успеваю. Поэтому, да и вы, наверное, уже многое знаете. Я каждый раз думаю, что-то вам снять, показать. Потом думаю, господи, ну они же многое уже видели. Но если вам что-то интересно, я обязательно постараюсь какие-то видео или фото передавать сюда, в Инстаграм. В общем, вам большой привет из Марбелии. Я буду некоторое время в Испании с концертами сейчас. И какие-то весточки обязательно вам буду пересылать, как и детям своим.